Любви требует уважения, но часто портит отношения с партнером собственными колкими замечаниями. Однако уступчивый зачастую играет с ними злую шутку, и их талантами пользуются в корыстных целях. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. В основном они являются авторитетными личностями, нередко занимают руководящие должности. Увлекаясь чем-либо, человек может поддаться на глупый риск. В значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Очень часто человек с буквой Р в имени бывает резок и невоздержан в высказываниях. Эти люди умеют организовать других людей. Владелец этого имени должен бороться со своими недостатками и дать возможность проявиться своим многочисленным достоинством, таким как умение руководить большими коллективами, ясный ум, деловое чутье. Присутствие буквы О в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Звук В в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. У таких людей хорошая интуиция и довольно богатое воображение. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Эти люди часто чувствуют себя проигравшими и разочарованными, поскольку их предназначение состоит в том, чтобы занять высокое положение. Они не смогут смириться с обыденностью, усердностью, а главное – никогда не останавливаться на пути к духовному, интеллектуальному и материальному совершенству. Буква «О» таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Звук «Я» в этом имени приятно ассоциируется с ласкательными формами имен и в целом на слух действует положительно. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.